находишься под перископом. Да завязывай. Ну как так? Я в данный момент смотрю игру Ливерпуль. 2 месяца не смотрел игры Ливерпуля. Товарищеский матч. Вот смотрю. Игры Ливерпуля. Сводим тречок. Покажи, пожалуйста. Да, я тебя сниму. Так. Вот это Ренат Анварович Сайфутдинов. Ужас, говорят, это Чнуртазин. Это диджей Миша. Видите, вот это акустический дизайн в студии. Сейчас ты в лайв. Тём. Привет, скажи. Волж, чё не общаешься? Волж, полагается. Йоу, салам, Коля. Ужасный интернет. Зато вы чуть-чуть можете посмотреть. Все вышли. Не ловит интернет. Интересно, что там вообще? А вот что ты, как там видно? Покажи. Сейчас интернет. Понимаете? Да? Это Wi-Fi, чувачка. Здесь тоже на голос чуть-чуть, пусть над музыкой, да, будет чуть везде. Не в музыку. Чуть-чуть надо. Окей, сейчас. Ты отключил? Короче, когда появляются лайки и прочее, это значит, что ты заработала, да, типа? Нормально. Тёма не грызи ногти, палим. Альбом в августе будет, ребята, в августе. Калдик физло. Попался. Ауч. Тебя. Думаешь? Ясно. Иди, жена. Да. Век. Дождь, а может быть, падает снег. Волчек, пойдем. Я что, видно? Не видно. Да. Что пишут? Вот здесь лучше, да, ловит? Кажется, лучше. Пятого? Не видать тебе пятого, пишет. А. Не лагает, все, базарчик. Но темно, да, теперь, видите? Либо лагает и светло, либо не лагает и ночь. Так, а вот здесь вот? Вот так вот. Так.
сделать. Ты сдохнешь. Салам, классно выступили. В Астане? Да, нам тоже понравилось. Альбом выходил. Да, мы вообще резкие ребята. Мы быстро записываем альбомы. Посвяти, кто есть кто. Вот это Олджик. Край волшебник. Это Танир. Я. Так. Чикаго. Да-да-да. Да, ты, блин, весь текст знаешь, Ольга. Весь текст. Так, как вы там узнали? Как вы там узнали? Что ты имеешь в виду, Коля? Да, так. Такие глупые трансляции, конечно. Пойду я. Давай. Коля это, да, конечно, Коля. Коля, мы тебя узнали с самого начала. Как узнали? Да просто МСНК-23. Как тебя не узнать? Приезжай в Омск, приедем в Омск. Факультет какой закончил? Географический. Помню. Ребята, просто... Блин, круто. Ольга, ты просто космос. Приезжаю в Москву. Частенько. Будут синглы. Будут. А, нет, не будут. Хотя нет. Клип, да, покажем? Олжик, покажем клип? Клип покажем. Самару надо, Самару, по идее. Короче, ладно. Со студией было и хоть интереснее, здесь что-то вообще тупняк. Давайте увидимся еще в следующий раз. Пока-пока.